Зеленые кузнечики или обыкновенные – это крупные насекомые, длина тела которых достигает 4 см, с длинными крыльями, складывающимися над брюшком, домиком, при этом сверху образуя почти прямую линию. Окраска зеленых кузнечиков, как и следует из их названия, в основном зеленая, а конечности несколько напоминают прямые побеги растений. Так кузнечики прекрасно маскируются среди зеленой растительности. Они имеют длинные тонкие усики, голову вытянутую сверху вниз и будто наклоненную вперед, на которой отчетливо видны глаза. Как и у большинства прямокрылых, у кузнечиков мощные длинные возвышающиеся над телом задние ноги, с помощью которых они совершают длинные прыжки, а на передних у них органы слуха. На спине у кузнечика надкрылья, которые прикрывают летательный аппарат, расположенный в задней части туловища. Именно над крыльями кузнечики издают стрекочущие звуки. С вами канал Планета Земля.